Итак, друзья, всем привет! Виталий Кох на связи. И сегодня у нас рубрика «Ответы на часто задаваемые вопросы в индустрии сетевого маркетинга». Я выбрал один из наиболее актуальных вопросов, который, ну, наверное, должен знать каждый. Не только начинающий дистрибьютор, а также уже и лидер и более успевающий человек в этом бизнесе. Поэтому будьте добры, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Итак, вопрос звучит следующим образом. Как войти в ресурсное состояние? Ну, прежде всего, необходимо понимать, что твое ресурсное состояние – это твоя ресурсоемкость. Твоя ресурсоемкость состоит из трех составляющих. Первая, друзья, составляющая – это IQ, это умственный интеллект. Второе, друзья, это AQ, это эмоциональный интеллект. И третья, друзья, составляющая вашей ресурсоемкости – это SQ, это ваш духовный интеллект. Так вот, уважаемые, интеллект умственный, то есть IQ, нужно четко понимать, что он стоит на службе у двух следующих. Почему? Потому что в большинстве своем, прежде всего, сначала emotion, движение, происходит изнутри наружу. Поэтому, друзья, ваш эмоциональный интеллект, он следствие вашего умственного, вернее, ваш умственный интеллект, он следствие вашего эмоционального интеллекта. А уже у эмоционального интеллекта есть тоже причина. И причина – это духовный интеллект, друзья. То, на каком уровне вы сегодня развития находитесь, так вы и действуете, понимаете? Почему? Потому что мы, по сути, не являемся руководителями наших действий. По сути, первое – наше состояние, и второе – наши убеждения – надиктовывают нам наши действия. Так вот, друзья, все вот это трио SQ, AQ и IQ, они как раз-таки являются именно вашей ресурсоемкостью. От чего зависит ваше состояние? Ваше состояние, знаете, когда хочется всего достигать, когда такое поддерживающее, которое вот рвет вас, вы готовы побеждать, вы готовы на победу. Каждая клеточка вашего организма, она говорит вам, идите вперед, идите вперед. И это как раз-таки и есть ваше ресурсное состояние, друзья. Оно зависит, первое, прежде всего, от того, на каком языке вы сами с собой говорите. Но кто диктует вам? Кто диктует вашему языку именно то, что вы, как вы будете разговаривать с собой, на каком языке? Именно это диктуют ваши эмоции, а уже вашим эмоциям диктует ваш уровень духовного интеллекта, друзья. Когда вы чувствуете, что такое духовный интеллект, друзья? Духовный интеллект простыми словами, простым языком – это то, когда вы чувствуете вот эту вот связь с частью, то есть вы чувствуете частичку Бога, частичку Вселенной, частичку природы. Вы являетесь частичкой. Когда вы это ощущаете, друзья, соответственно, ваш внутренний вот этот вот духовный интеллект, он говорит вашим эмоциям. Петя, Саша, Серик, Маша, вперед! У вас появляется вера, и именно вера надиктовывает ваши дальнейшие действия. Именно вера укрепляет ваш язык, который вы, на котором вы говорите сами с собой, друзья. Когда вы говорите сами с собой на языке успеха, вся ваша физиология, вся ваша фасциальная система, каждая клеточка вашего организма, она играет, она смеется, она с частью Вселенной. И, естественно, вы побеждаете.
И это дает огромную ресурсоемкость, друзья. Нужно понимать глубокие корни всего, как это устроено. Я в каждом видео говорю, что наш успех – это 80% психологии, это науки о душе. И 20%, друзья, это инструменты, это знания, навыки, тренера, это наши действия. Действуется само и действуется хорошо по, так скажем, по накатанной, когда ты действительно понимаешь, на каком языке ты сам с собой говоришь. Когда ты понимаешь, откуда в тебе берется этот духовный интеллект, который является причиной всего дальнейшего развития эмоционального и умственного интеллекта. Это, естественно, зависит, как сказал закон Томаса Леонардо, 10% 100% успеха, 10% плюс 40% плюс 50%, из которых, друзья, 50% это наше окружение. Так вот, наше окружение на энергетическом уровне очень сильно влияет на наши три наши составляющие нашей ресурсоемкости. Понимаете? И нужно четко осознавать, какая на сегодняшний день у тебя емкость, образно говоря, она 20 литров или она 50-100 литров. Очень важно это понимать, очень важно самодиагностировать себя. Один из главных составляющих вашей ресурсоемкости – это ваша среда обитания, это ваше окружение, друзья. Запомните, если в вашем окружении находятся сильные, успешные личности, окружение не просто люди, это книги, это те видео, которые вы смотрите, это те люди также, которые влияют на вашу судьбу, на вашу жизнь, на ваш духовный, умственный и эмоциональный интеллект со знаком плюс, если вы чувствуете, что в их кругу вы рветесь вперед, вам хочется действовать, вам хочется побед, вам хочется достигаторства, то тогда, друзья, вы находитесь на верном пути. И это очень-очень важно, друзья, потому что 50% окружения нас с вами делают. Мы становимся теми, с кем непосредственно общаемся. Поэтому очень важно понимать, кто находится в вашем круге общения. Знаете, вот эта вот банка соленых огурцов. Как только ты понимаешь, что ты засолился, как только ты понимаешь, что еще чуть-чуть и ты начнешь прокисать, тебе нужно делать срочно выход из этой зоны комфорта. Так скажем, выпрыгивать из этой банки соленых огурцов и лезть в другую, более соленую. И именно это является как раз-таки вашим влиянием на вашу ресурсоемкость, друзья, на ваши ресурсные действия, на ваши ресурсные делания. Именно это, друзья, в большинстве своем. Почему? Потому что среда сильнее силы воли. Как бы ты ни хотел, но действуется уже по уровню убеждений, по уровню тому, как ты говоришь с самим собой. Если ты вовремя, правильно выбрал свое окружение, если ты четко понимаешь, слышишь себя, если ты действуешь в лад со своей душой, в лад с той частичкой, которую ты ощущаешь от Бога, то ты счастлив, ты успешен, ты богат, ты сегодня действуешь именно из предназначения. И это как раз-таки являться будет твоим ресурсным состоянием. Ну, надеюсь, раскрыл тему, надеюсь, что очень глубоко объяснил этот вопрос, постарался насколько мог. С искренним уважением, друзья, следующая рубрика также будет выходить, будет другой вопрос.
будем отвечать на вопрос, сейчас я вам скажу, что нужно сделать, чтобы понять сетевой маркетинг. Это будет следующий вопрос. Всем до встречи, с вами был бизнес-тренер международной школы САМО Виталий Кох. Всем удачи, друзья!